вами Виктория. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас еще один рецепт выпечки. Выпечка к чаю на скорую руку. Готовлю кексы на молоке. Продукты понадобятся самые простые. 2 яйца, разрыхлитель, пакетик ванили или ванильный сахар, растительное масло, сахар, молоко и мука, и щепотка соли. Полное количество продуктов, как всегда, вы найдете в описании под видео. Тесто замешивается очень быстро, поэтому духовку уже сразу можно поставить разогреваться на 180 градусов. В емкость выбиваю 2 яйца. Все продукты должны быть комнатной температуры. К яйцам добавляю сахар и пакетик ванильного сахара. Миксер нам не понадобится, все можно взбивать обычным венчиком. Перемешиваю яйца с сахаром. Добавляю 200 мл молока. И 70 мл растительного масла без запаха. Вместо растительного масла можно добавить растопленное сливочное масло. И еще раз хорошо перемешиваю. В 230 грамм муки добавляю щепотку соли и пакетик разрыхлителя. Перемешиваю и просеиваю муку в заранее замешанную массу. Так, муку мы просеяли, и теперь все хорошо перемешиваем. Перемешать нужно до однородности всех ингредиентов, чтобы масса получилась гладкой, без кусочков. Кексы на молоке – замечательная выпечка к чаю для всей семьи, которая понравится и взрослым, и детям. Готовится буквально за 5 минут, плюс время на выпечку. Выпекаются такие кексы очень быстро. В общей сложности вы потратите 30 минут, и получится такая вкуснятина. Тесто не должно быть слишком густым и слишком жидким. Вот такое примерно должно у вас получиться тесто. И теперь подготовим формочки. Формочки можно использовать любые, бумажные или вот такие силиконовые. Силиконовые можно ничем не смазывать. Или вот такие формочки из фольги. Я сегодня буду использовать формочки из фольги, в которые я положу бумажные капсулы. Они у меня разноцветные, получится очень симпатично. Тесто переливаю вот в такое приспособление. Это приспособление очень удобно для того, чтобы готовить блины, оладушки, капкейки, кексы. Также можно перелить обычно, обычной ложечкой или половником. И начинаю заполнять примерно на 2/3 части формочки. Кексы отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов на 25 минут. Посмотрите, какие румяные они получились. Проверяем деревянной шпажкой. Шпажка выходит сухая, значит, кексики пропеклись. Перекладываю кексы на решетку, чтобы они полностью остыли. Сейчас я вам покажу один капкейк, кексик, какой он получился внутри. Получаются они воздушные, не сухие. Посмотрите.